Официально купальный сезон в Иванове открылся 1 июня. В городе оборудовано всего 3 места для отдыха на воде, по одному в каждом парке. Спустя всего 10 дней на пляжах появились предупреждающие таблички о том, что купаться запрещено. В соцсетях жители активно обсуждают многочисленные случаи появления волдырей и сыпи на коже после посещения ивановских водоемов. По одной из версий, это признаки циркариоза, возбудителя острого заболевания, личинки паразитических плоских червей. Отметим, что это лишь предположение тех, кто проводил выходные на городских пляжах. На данный момент парк Степанова и 905 года закрыли свои пляжи. Купальный сезон возобновится, когда будут получены результаты исследования проб воды. После их подготовки к летнему купальному сезону пока не были готовы результаты проб воды, которые делает Центр гигиены и эпидемиологии Ивановской области. У парка Харинка уже известно, что вода в нормальном состоянии и купание разрешено. А по парку имени Революции 5-го года и имени Степанова пока результатов нет. Обещают через неделю эти результаты дать. Поэтому пока временно купание запрещено.